Друзья, подписчики, всех приветствую. В общем, сегодня суббота, решил немного катнуть в Диабло. Но я все не записывал, потому что, короче, очень много получается видео долгих. Поэтому я, короче, забил. Вообще, изначально хотел как бы все прохождение записать, но и тем более не уверен, что оно особо надо, кто его будет смотреть. В общем, какие-то эпизоды я, наверное, буду выкладывать. Ну и то не уверен. Посмотрю, как просматриваемость будет. В общем, так, пират, ну тебя вот здесь никто не звал. В общем, вот тут вот я дошел до того момента, когда закончился вот только что первый акт. Вот, то есть это примерно то, что я уже в бетке все смотрел. Ну, за исключением, конечно, некоторых моментов. Вот. Ну, не знаю, что тут особо рассказать. Я в основном вам так показать геймплей. И второй акт я вообще не видел. Вот сейчас будем начинать смотреть. Я сейчас посмотрю еще, какие тут квесты остаются. Ну, в этот раз, конечно, ну, я больше квестов прошел, чем бетки. Старался как бы, ну, проходить качественно. Более-менее старался все проходить, что мне попадалось. Так. Сейчас чуть потише сделать, а то я сам себя не слышу. Ну, я вам не скажу, что игра простая, то есть как бы баланс мне понравился, неплохой. Бывало даже, что меня убивали, и бывало даже, что какие-то места я вообще не мог пройти даже за 20 попыток. И потом я как бы подкачивался. И, ну, экспериментировал с магией. И, в общем, находил броню получше. Ну, понятно. Я вам уже говорил, что Диабло — это такая вещезависимая игра. То есть тут все, в принципе, большая часть от вещей зависит. Вот. Ну и, конечно, тоже сетап важен. Но они все примерно более-менее сбалансированы. Тут нету такого, что какая-то там магия типа имба, а какая-то вообще не работает. Вот. То есть как бы вещи надо под магию свою подбирать. Ну и как бы думать, что вам там надо, что вам там не надо, вот такое. Ну и короче, вот что у нас получается по итогам первого акта. Вот раз, два, три, четыре, пять, шесть городов. Ну вот куча подземелий всяких. Конечно, я не все подземелья проходил. И у нас вот тут еще что-то не пройденное. А, вот этот квест мы еще не прошли. Ну, давайте доделаем, чтобы у нас уж ничего не осталось. А, и вот здесь не пройдено. Ну, вот этот очень сложный должен быть. Ну, ладно, я думаю, что это недолго. Давайте вот с этого начнем. Так, я где нахожусь? Вот тут. А мне сюда, значит, давайте вот сюда телепортнемся. Ну, практически все квесты, да, попроходил. Но многие мы видели на бетке. Многие я вам там вначале показывал. В общем, может быть, какие-то, получается, мы не посмотрели. Но в бетке, конечно, такого сумасшедшего сильного экспириенса, как тут, я не ощущал. Потому что там, как бы, ну, нормально не получалось поиграть. То были проблемы с... Так. Ладно, давайте это поуничтожаем. Так, то были проблемы с самой игрой. То были проблемы с тем, что нельзя было больше 25-го качаться. То еще какие-то... А вот это что? А я этого вообще не видел. А,
ничего не делает. Я думал, это дверь в подвал. А я думаю, странно, ее на карте нету. Так. Значит, надо вот сюда идти. Так, лошади так и не работают. Тоже я пока еще не разобрался, в чем дело. Но удалось мне, как видите, голема запустить. Хотя в бетках мне его так посмотреть и не удалось. То ли я сам что-то тупил. То ли, может быть, глюки были, может он отключен был, не знаю. Короче, голема я раньше не видел. Вот это я его только посмотрел. Ну, тоже здесь три вида големов. Короче, три вида скелетов, три вида магов, три вида големов. Это то, что вот некромансеры касаются. Ну, вот то, что я по беткам знаю, здесь реально... вот эти, ну, максимально разнообразные персонажи. Очень, как бы, интересно, за разные классы тут будет поиграть, даже если ты всю игру пройдешь. Потому что у них действительно там много различий, как бы, по магии, по стратегии, вообще, ну, то есть много это чего у них отличается. Так. Здесь я бы не сказал, что у меня тут супер прокачка, то есть я бы играл в обычном режиме. У меня даже не все вещи еще такие. Так. Ну как вам показать? То есть вот у меня нож. Кольца, тут это, то есть вот половина вещей примерно еще. Даже не такие, не легендарные. Так, о, здесь еще какой-то эвент. Зайдем посмотрим. Так, а, кстати, магию уж надо взять. Тут прокачалось один уровень. Сейчас подумаю, чтобы взять. Ну, вот из этого что-то надо выбрать. Костяные скиллы. А у меня есть вообще костяные? Нет, у меня Darkness, Corpse, Corruption. Это понятно, суммоны. Ultimate. У меня даже нету костяных скиллов, то есть вот это мне вообще бесполезно. Увеличьте свою жизнь на 10%. Ваш следующий кровяной скилл overpower. У меня есть кровяные скиллы? Нету. То есть видите, здесь надо думать. Вот если я бы это или это возьму, оно мне никакой пользы не принесет. Shadow damage infects enemies with shadow blight. Что такое Shadow Blight? Так, давайте посмотрим. Я вот особо еще не разбирался. Сила, интеллигенс. Вот статистика. Weapon damage. Стуны. Так. Damage with shadow, damage over time. Darkness, голем. Poisoning. Так, значит, у нас получается. Вот, дамаги. Дамаг оружия, дамаг скорость. А, это скорость оружия. Шанс критического урона 8.1. Так, понятно. Критически на 50%. Overpower, overpower, vulnerable. Весь дамаг, дамаг crowd control. Это дамаг по замедленным, по оглушенным, по близким, по дальним. По тем, которые кровавые, которые горят, отравленные.
With shadow damage over time. А у меня есть вообще shadow damage? Я не знаю. Так. В этом-то и вопрос. И где его ответ найти? Shadow damage. Infects enemies. Ну, по-моему, нет shadow damage. Ладно, давайте вот это возьмем. Надо не брать дамаг. 3 секунды. Понятно. Так, сейчас попробуем этот дунжон пройти. Подземелье. Заодно и посмотрите, вроде мы подземелье не смотрели еще в этом сезоне. Так. А здесь есть какой-то квест. И потом попробуем Стронгхольд, но если у нас получится, я на том Стронгхольде вообще не был. Я прошел другой, но вот о чем я вам говорю, я его охренел проходить, я 20 раз проходил, короче. Потом подумал, что его вообще невозможно пройти, думаю, наверное, возможно только, ну, в команде. Потому что он прям красным-красным горел, но потом я его все-таки прошел. Причем со второго раза всего. А, ну, да, когда в бетке я здесь играл. Ну, я, конечно, уж не помню, что это было. Так, а что? А, ну правильно, для какого-то чувака. Но это уже не основной квест. Основные мы все прошли с первого акта. Вот, я его, в принципе, по-моему, на бетке все показывал. То есть это второстепенный квест, но все равно, я думаю, пройдем, чё. Напряга в этом нету. Каких-то, по-моему, 3 журнала надо собрать. Этот квест, да, помню. И потом там в одном городе чуваку выходить нести. Ну, ничего особенного, то есть просто, по сути дела, проходишь этот дунжен, да, и все. И заодно эти журналы берешь. То есть разницы как-то особо нет. Да, ну, блин, видите, я давно в Диаблы такие не играл. Ой, блин, нахрен я это взял. Себе же за ловушку и сделал. Ну, так, короче, на автомате клецнул. Забыл, что тут эти бочки могут попадаться. Да, в обычные Диаблы не играл, но играл в Иммортала. Но там, конечно, таких мессивалок не бывает, как здесь. Это здесь, конечно, уже... Настоящего Диабло. И то есть в Диабло смысл в чем?
больше монстров, тем лучше. В этом-то, собственно, и весь смысл. И здесь количество монстров радует. Радует. Плюс здесь она, конечно, более опенвердовская, но с Immortal вообще странно чуть сравнивать. Она, конечно, чисто такая. Мне она больше вообще какую-то, типа, социальную игру напоминает. Там рыбалка и вся фигня. Кто-то думал, что рыбалку в Диабло сделать. Это вообще в голове не укладывается. Without you, I'd be dead. I think I can manage from here. Please, take this. Ого. Это нам нравится. Такие подарочки. Так. Тун-тун. Особо чего-то тут ценного не было. Ну, у нас, видите, типа вот эта легендарная, но она особо нам ничего не дает, потому что у меня нету этой костяной тюрьмы. Но пока она мощнее, а потом можно будет уже заменять на обычную. Поэтому вот здесь тоже это не панацея, легендарность этого оружия, конечно, это хорошо, но тут тоже надо думать, потому что, может быть, под ваш сетап обычное оружие будет более эффективно. Ну, смотря в зависимости, да, от уровня, от характеристик. Так. Какое-то письмо. The knights march to Cor Valar. If I were 2 years older, I'd have passed my trials and I'd be marching with them. Так, значит, здесь дверь закрыта. A skeleton crew will guard the fort until the knights can return. А нам надо убить этого какого-то часового. Наверное, чтобы туда пройти. Ну, вон написано. Убейте часового. Так, здесь ничего нету, да? А, вот. New recruits are proving themselves strong. I've grown fond of one. Knight Solian Acosta. Her devotion to the faith. Cast even the darkest shadow of doubt from anyone's mind. It's easy to talk to her about those I left for the calling of the light. She had to leave her family too. Her son. Ah!
здесь вот это. Да, написано элитный. А я уже ультимейт потратил. Ну, ладно, мы его и так, наверное, сможем выбить. Надо не забывать это. Этих скелетов оживлять так. Ага. Значит, там, наверное, третий журнал. Я не уверен. Ой, блин, опять. Валим. Так, почку лучше не трогать. Это от нее, конечно, больше вреда, чем пользы. Но это, наверное, зависит тоже от класса, если ты всей этой армии
скелетов, то, наверное, хорошо. Этими бочками их взрывать, а так я только ж своих взрываю. Так, сейчас давайте глянем. Что мы тут насобирали? Да не надо, не надо, не надо. Это двухручная, не надо. Вот, вот это вот уже, видите, она уже приближается к нашей. У нас мощность 452, а здесь 450, совсем чуть-чуть разница. Арбалет мы не можем использовать. Здесь 426. Так. Самое начало, то есть мы тут по кругу прошли. Так, здесь ничего не было, нет. Блин, не на ту нажал, я не хотел вот тебя применять. Такое бывает, что случайно другие какие-то бывают кнопки цепляешь. Это случается так. Здесь уже подозрительно все. Thank you.
Так, вот мы опять по кругу прошли. Но мы там забыли собрать этот журнал. Так. I tried to convince Soliana to leave with me. I told her that her son would rather grow up with a mother, and we could start over, away from this frozen wasteland. She refused. Ну да, видите, здесь тундра. Вот интересно, будет ли локации без тундры. Потому что когда самая первая бетка была нерабочая, по-моему, там было что-то типа пустыни. Да что такое? Он прямо меня преследует. Да босс. Видите, достаточно легко я их здесь заваливаю, хотя они сильные. Меня убивали здесь эти боссы раньше много раз, но я тут, как я вам говорю, тут с магией экспериментировал, с вещами такое. В общем, более-менее собрал сетап. Так, и что? Что мы понаходили? Вот, видите, уже меч более мощный, чем наш. Ну, у того, да, больше получается характеристик. А эта фигня у нас желтая. А это получается рапира. Так, вот это надо, конечно, исследовать. Что вот это такое? Shadow Damage Over Time. Так. Вот это ж... Давайте вот здесь попробуем найти. Здесь есть Shadow? То есть вот это Shadow, да? А Shadow Damage Over Time? Ага, вот оно, оно. Значит, у меня есть Shadow Damage Over Time. Так, есть. Значит, мне надо вот это вот катить и вот это исследовать. Тут только одну можно взять. Так. Видите, нельзя. А, ну так у меня и нет уж этих, ладно. А это я просто хотел это глянуть, чтобы уже этого, с этим вопросом не сталкиваться. Ну, блин, давайте вот эту рапиру возьмем, потому что здесь 7,5%. Как раз для этих чуваков. А этот нож. А здесь у нас получается. Сила нам особо не нужна, поэтому я не хочу его брать, потому что
Но сила, она для некромансера не является важной. У него вот это интеллигенс важнее. Так. Вот здесь мы прошли, да? Значит, мы выползаем сюда. И вот нам надо к этому Залану вернуться в этот город. Так, включаем карту. Так, вот здесь ивент, я не помню, мы его проходили. Но тут они меняются. Давайте еще попробуем. Здесь еще какой-то чувак, видите, первый, 9 уровня. Бурундучки, нету ничего. Так, давайте глянем, что у нас тут. Пам-пам. Пам-пам, а здесь можно еще какой-то камень зафигачить. А у нас сейчас хорошего камня нету. Critical Strike, Damage. Не особо это все полезное. Ну ладно, мы-то сейчас все равно в город-то идем. Возвращать квесты там. Что там, а тут ювелира в этом городе нету. Ну ладно, пофиг. Да эти камни, они пока не особо важны. Их надо прокачивать, чтобы они помощнее были. Конечно, какой-то прирост дают небольшой. Так, идем. То есть у нас остался вот этот последний квест, получается. Would she have made the same choice if she saw what the world has become? Thank you for bringing this to me. Понятно, сейчас он сундук, по-моему, с этой опять всякой гадостью дает. Да, вот он. Там кристалл какой-то. Ну и как все забрали. Так, где этот самый... Блин, вот он. What do you need? You can take what's left. Так, все, с этим мы разобрались. Так, и что у нас последнее остается? Вот это остается самое интересное, конечно. Так. Как туда можно получше пробраться? А вот, кстати... А, ну, по-моему, эта фигня у меня есть. Так, да, здесь когда... Ну, сюда нам надо. Ближе всего. Получается, да, когда ты проходишь подземелье, то тебе... дается вот какой-то вот этот вот, как он называется там,
специальный скилл для оружия. Что-то такое вот. Который в оружие можно потом, вы поняли, давайте вот эту метку поставим. Чтоб проще было. Что это за глюк был, вы видели? Смотрите, чего я нашел. Алтарь. Конечно, первый раз, когда играешь в эту компанию, это очень интересно, прям максимальное удовольствие, это именно первый раз в компанию играть. Все другие разы уже, конечно, не так чувствуется. Ну даже уж когда и за другую это будешь играть. Класс. Так, вот Стронгхольд. Ну вот это же скач, я не знаю, удастся ли нам вообще-то что-то, блин. Ну, давайте попробуем, все-таки это же интересно. По-моему, в бетке я его играл, но вот второй я не помню, играл, не играл, ну, блин. Сегодня я там напарился, короче. Говорю, 20 раз умирал. Ну, не зря он Стронгхольд называется и красного цвета. Потому что он максимально сложный. Сейчас посмотрим, я не знаю. Blessed are you who will die in the mother's name. Give the stranger the holiest of welcomes. Чуть непонятно еще. Как туда зайти?
Так, я ничего не пойму. Исследуйте дома, деревенские дома. Давайте исследуем. А где деревенские дома? Ага. Вот оно что. Охренеть. Вот это здесь круто, конечно. Секунду. Где я? Она кричит: помогите откуда? Так. Вот, видите, они помечены этими. Дома помечены, вот. Здесь какой-то тайник. Извините, эти монстры здесь мощнее. Но это в Стронгольдах всегда так. Не знаю, вообще всегда, не всегда. И в том, что я был, там то же самое. Там ты всегда заходишь. Этот босс всегда на два уровня мощнее тебя. Где она кричит? Помогите, а где? Я не вижу никого. Ой, ладно, давайте сейчас все дома пройдем, потом посмотрим. I'm not ready. Yet.
Так, дальше вот дома. Another lamb for the sacrifice. За 42-й уровень. Они здесь сильнее. Ну, это обычные монстры, конечно. Если босс 42-й, то это ого-го. Так. Да, здесь уже... Вот это интересно. Это интересно. Интересные сапоги. Короче, выбросим. Go. Run. Так, ну чё, перестала она кричать? Еще один дом. Так, здесь мы были. Так, отлично. Значит, зазвенел колокол, нам надо туда бежать. А у меня уже что-то не очень предчувствие насчет этого. Вот он, босс, 41-й. Но это еще не так плохо. Ох, так их здесь три. Три босса. Так, надо их как-то поодиночке убивать. Какой там уже умирающий вот этот. Какая-то Казира. Ой, ой.
Ой-ой-ой. У меня... Ай-яй-яй-яй. У меня до своего этого... О, есть, готов. Так. Да где она? Я ее не вижу вообще. Ну это, слушайте, если это весь Стронгхольд, это какой-то вообще легкий был по сравнению с тем. Ну ладно, чё. Так, здесь что? А, я понял, ты эту штуку, короче, типа захватываешь, и этот Стронгхольд превращается в хороший город. Типа ты его освободил от монстра, всё. Да. Теперь здесь, видите, вот появилась, что тут, кузница, врач и прочая фигня. И теперь, когда мы освободили, теперь мы можем подземелье пройти. Так, здесь получается... Блин, ну... ну да, но в принципе тут не так критично. Ну а что там, мы потеряем в Intelligence. Но здесь чуть больше этот кулдаун. Короче, одна фигня, ладно. Ну не важно, давайте возьмем. Так, залазим в этот подвал. А, ну вот это вот, наверное, последний этот квест в первом акте. Я не уверен, но, по-моему, из тех, что были на карте, по-моему, это все. Так, а вот это ничего, да? Видите, какие подземелья классные, и по графике, и красиво, как вообще все. Прям круто сделано. Вот здесь новые какие-то эти темы. Таких еще не видел. Забыл одну нычку просмотреть. А, так там комната целая. Закрыто. Ой,
Понятно, значит, здесь закрыто. А теперь мы идем туда, где не закрыто. А где у нас не закрыто? Вот здесь. Ой, шипы. Здесь еще за квест синий, а ну-ка. А, какое-то украшение. А, вот это убить, украшение забрать. Вот оно и украшение. Ничего сложного. Так. Перейдем ключом, откроем дверь.
О, охренеть. Шлем. Так, что он нам дает? О, ну он нам нормально дает. 125 брони дополнительно. Да, это, конечно, получше, чем то, что у нас. Угу. Охренеть, 35 intelligence. Да, лучше вот эту попробовать. А здесь что? А, не надо. Ну, нехилая попалась. Перчатка 4. Видите, очка дает к скиллам разным. С ума сойти. Так, щит не нужен. Это что? Двухручник не нужен. Это тоже же не надо, в принципе. Так, у нас почти места не осталось. Так, и что я хотел посмотреть? Какую магию взять? Так, здесь у нас что? Вот это интересный скилл. Это интересный скилл. Так, хорошо. Движемся дальше. Какой-то здесь. Так, а там еще что-то есть. Так, хорошо.
просто отлично. My bags are full. My bags are full. Так, понятно, значит, нам надо. Вещи эти. Засальважить. Это неплохой, но у меня-то две севера дают, а это только одну не нужен. Это, в принципе, и сапог этот не нужен. Так, и у нас теперь, а в принципе у меня сапог не намного лучше. Ладно, теперь нам надо я хотел пойти вот это выложить в сундук, чтобы с собой это все не таскать. Так. Блин, а чё я эту не засальважил? Ладно, пока не будем на это время тратить. Ну, блин, ладно, раз мы здесь, давайте к
Как там заскочим быстро. Может быть, каких-то камней зафигачим. Сейчас просто глянем, сколько у нас денег. Череп. Сколько оно взяло? 12500. There's not enough materials. Понятно, так, и что? Пока пусть так будет. Потом разберемся, сейчас это не особо все важно. Квест прошли, но подземелье ж, по-моему, не прошли, но я что-то не помню. Как-то провтыкал этот момент. Так, идем сюда. Так, это был ивент.
подземельях тоже ивенты бывают. Так, и чё, всё? Вроде бы всё. Надо вернуть. А, это надо вернуть ожерелье. Сейчас. Так, давайте это. А, ну это ж тут же город, блин. Народа тут уже, конечно. Блин, а я даже не посмотрел, что у меня тут. Это не надо, не надо. Да круто. А, это двухручка. Нет. Не надо, не надо. Получишь, не надо, бонус пер не надо, это что, щит не надо, так не надо, тоже не надо, так, ой, блин. Это тоже. Все. С этим мы разобрались. Теперь сюда. Так, как туда пройти? Ну, блин, вон она. That me in the stock? I can see that. Oh, how pitiful I look. Just give me my eyes back, won't you? Короче, он сказал там что-то типа того, что какой-то демон у него забрал глаза, сделал из него ожерелье, и он до сих пор сквозь эти глаза мог все видеть. Хотя у него их не было, то есть...
это вообще жестокость максимальная. Ну вот, видите, все, у нас тут все пройдено. То есть вот конец первого акта получается. А это что такое? Что за дичь? Да, и нам надо идти теперь во второй акт. То есть мы заходим сюда, берем второй акт, и где он? Там. Значит, нам давайте сюда проедемся, пешком идти. Блин. Так, а что это? Какой-то уже квест появился. A mad woman with an axe. She massacred my knights like they were children. Her face was pained, as if she could not stop herself. The axe, it seemed to feed on the blood. Someone must separate her from that accursed axe. The town militia won't stand a chance. Mm-hmm. То есть надо сюда залезть и разобраться с каким-то демоном. Ну, давайте попробуем. Это я не видел еще эти квесты. Так, погнали. You! Anyone but you! Stay back! This one begged for mercy. Now she feasts on human flesh. Не похоже. Как за легко очень она убивалась, что-то тут непонятное. Может, это еще старый какой-то квест? Почему я его не видел? Meet me in the crags of Illwind. My study there is on hallowed ground. There is no safer place to perform the incantation. Так, и что он сказал, что куда-то переть надо, чтобы что-то там сделать, так. А куда перейти? Блин, ну я хотел второй акт смотреть. Ладно, давайте быстро туда сходим. Надеюсь, это не будет продолжаться вечно, так. Оно все интересно, но... Мне-то уже хочется, блин, смотреть это самое, второй акт. Так, где это торговец? Блин. А где это самое, кузня? Вот. Father bless. What do you need? А, так у меня нету ничего. Он говорит, что тебе надо, а мне ничего не надо. Thank you.
блин. Ладно. Что-то уже в сон склоняет. Так, здесь ивент. Что за ивент? Блин, я такой не видел. Это какой-то новый ивент с луками. Первый раз вообще такой вижу. Хотя я кучу ивентов проходил. А что надо сделать? Made it without you. Then show me mercy. Понятно. Так, не плохо. Тендрилы. Два ранка. Круто, конечно. Ладно. Так, ну что мы? Вот, нашли его. Сюда идти надо. Here in my study, I have been permitted to research the occult. If we displace the demon bound to the axe, perhaps we can then see it destroyed.
Take the woodsman's axe from the table. Что он сказал взять? А. Place the axe in the holy water. There's no telling what the demon will do once we begin. Heavenly Father Inarius, let us drive out the demon in our midst. Grant us your favor so that we may send the axe back to the pits of hell. Что это за хуйня? We did it. The axe is no more. Понятно, надо было какой-то топор уничтожить. We can but pray. Здесь, кстати, был. Я тоже еще пока не знаю, что это значит. Короче, вот он. Diablo 4. Иногда рандомно встречается такой монстр, короче. Мясник называется. Я вообще не знаю, реалистично его убить или нет. Я его два раза встречал, и он просто меня чуть ли не с одного удара убивал. Я не знаю, в чем там секрет. Блин, вот, кстати, про гоблинов, да, я вам говорил, что они здесь крутые. О, что такое? Какие начались тормоза. Так, понятно. О, здесь еще ивент. Надеюсь, это не тот же самый. Блин, это то же самое, что я уже проходил. Ладно, вроде бы все. Теперь все. Идем ли второй акт смотреть?
Ладно, пойдем уже пешком, тут идти понты осталось. Давайте посмотрим, что за ивент. Daughter of hatred demands blood. Блин, сколько тут этих монстров. Thank you.
справлюсь с этим. Вот мы приближаемся. Да, и видите, тут вроде бы как снег заканчивается. Все, что я правильно вижу. От этого снега реально уже. Блин, да, здесь начинается нормальная местность. По-моему. Сейчас посмотрим. Хотя в первой бетке, по-моему, я тут был. Light's blessing. If you have needs, check in with the watch. Просто в первой я вам говорил, там, ну да, там все было включено, там играть вообще нереалистично было. Настолько все лагало. An old friend of his sent me. At this hour, I'd wager he's in the keep. Check with the guard at the door. Так, она сказала поговорить с охранником. Так, давайте с этим посмотрим, что. Это выход. А где это? Это торговец. Вот. Put those pieces to good use. He's upstairs in the great hall with his son. Keep it quick. Так. Dad, I need to be out in the field with the other knights. Why the rush, my boy? You know, I found some of my old heraldic tomes. Stay here, and we can go through them together. I can take some with me. We have a visitor. This discussion is not over. Is there something you need? I have a message from Lorath. Well, there's a name from another life. Has the old man finally come down from the mountain? With a warning. An ancient evil walks the land. The demon, Lilith. And you know this how? Did you and Lorath discover something of interest? Perhaps this is all connected to what you saw, Father. Yes, I was just getting to that. There was an incident at my estate. Probably best if we discuss it there. Go and have a look for yourself. I'll meet you shortly, and then we can talk more. As for your request, get to Braestag, and be careful. Stay close to the other knight's penitent. I will. Don't worry.
Так. А, блин. Друзья, сколько уже запись? Блин, 2 часа. Короче, ладно, давайте, наверное, тогда паузу. Блин, а то и, блин, реально и спать хочется, ну, и хочется и катнуть. Я, может, перерыв сделаю, там попить чай, подышать свежим воздухом. А куда идти-то надо, что он сказал? Ах, вот сюда. Это, то есть, вот так надо идти. А если вот так надо идти, мы заодно посмотрим, что там и за квест. Так. А что? Блин, или вообще спать уже тогда? Ну, блин, а когда я катну? Завтра хотел другими делами заняться. Как оно так все бывает? Так, ладно. Ладно, друзья, тогда пауза. В общем, я не знаю, кто там будет смотреть, кто не будет. Ставьте, в общем, лайки, пишите комменты. Я подумаю, сейчас не могу ничего обещать. Блин, 11 часов. В принципе, часок 2 еще можно было бы катнуть. Но, блин, спать хочется пипец. И, блин, ну, я не знаю, если я сделаю перерыв, и как бы усталость сойдет. Может, чай попью, тогда, может, еще катну. Вот, ну, не могу обещать, в общем. Да благоволит к вам Господь, до скорых встреч. Пока-пока.